Вітаю в ефірі студія «Репортер», мене звуть Костянтин Гречанин. Ми сьогодні будемо підбивати підсумки багатогодинної сесії Одеської міської ради, багато важливих рішень було прийнято. Підсумки ми будемо підбивати із депутатом міської ради від Української мирської партії Сергія Ківалова Андрієм Неугодніковим. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день. Скажіть, чому така от сесія довга була? Там же от я дивився порядок денний, він не надто відрізнявся від того, що було у попередній сесії. 25 октября будут выборы. Выборы мэров, выборы депутатов одесских городских советов, областных советов и, конечно же, в Одессе. И эта сессия была насыщена предвыборной агитацией. То есть практически все политические силы, все фракции в Одесском городском совете искали информационный повод для того, чтобы кто-то попиариться, кто-то действительно выяснить, истину, выявить истину. Но это привело и к позитивным, и не совсем результатам. Я хочу сказать, что только стойкие остались до окончания сессии. Она продлилась действительно 10 часов. И была очень интересная с точки зрения и обсуждения вопросов, которые были в повестке. Ну и, конечно же, показала всю суть некоторых политических сил. Я бачив, там наприкінці десь депутатів 15 лишилося, це так, якщо, можливо, і менше. Давайте перейдемо до сутнісних, власне, рішень, які були прийняті. Земельний блок питань, що було цікавого? Земельний блок питань, я думаю, він був самим цікавим і самим дискусіонним. І заключався він в тому, как раз я говорил о позитивных моментах такой затяжной сессии. Я, кстати, хочу сказать, что, думаю, до следующих выборов вот каждая сессия Одесского городского совета будет носить такой характер. И, конечно, помимо пиара есть и позитивные моменты. Я имею в виду, что каждый проект решения рассматривался под микроскопом. И раньше, в принципе, все обсуждалось, но на эту сессию любой вопрос, проект решения, который хоть немножко вызывал сомнения у кого-либо из депутатов, он детализировался, на монитор просили вывести комплексную схему, то есть графическую часть этого вопроса, задавались вопросы начальникам управлений, и, конечно же, это не обошло земельные вопросы. Но, как я уже сказал, это позитивный момент, потому что сняли несколько вопросов, которые вызывали резонанс. Но, в частности, я хочу сказать, вопрос, связанный с узаканиванием, насколько я помню, договором аренды под существующее нежилое строение по адресу Фонтанская дорога 151/1А и так далее. Очень интересный адрес. К сожалению, не знаю, кто его присвоил, такой адрес, но он есть. Суть заключается в том, что это просто, ну, по документам бывший туалет, по факту сейчас нежилое строение. Я понимаю, что оно уже в собственности у кого-то, оно находится прямо на трассе здоровья. Этот вопрос вызывал дискуссии, но в конце концов его сняли. Вопросы, связанные с детальным планом территории. По сути, детальный план территории, он не принимает окончательных решений относительно застройки. Але визначає пріоритетні напрямки розвитку цієї. Це як такий перший шаг на путі застраивания той или другой территории. На этой сессии депутаты не проголосовали за такой детальный план территории в границах улиц Лиздорская дорога, Левитана, насколько я помню, потому что были сомнения и даже не перенесли вопрос, за него не проголосовали, потому что это такая проблема Одессы есть, высотные застройки в частном секторе. И, конечно, подобного рода вопросы на стадии детального плана необходимо рассматривать, выезжать на место комиссии, группой и действительно делать такие заключения, за которые нам бы потом, как депутатам, принявшим то или иное решение, не было бы стыдно. От, наскільки я пам'ятаю, там мова йшла про багатоповерхівку, і забудовник, окрім цього, мав побудувати ще соціальну інфраструктуру, дитячий садок, школу, і от на місці школи там ніби вже ведеться якесь будівництво, яке до школи не має жодного стосунку. От, тому дивно було, що взагалі в порядок денний це питання потрапило. Вопрос не столь однозначен, тому що
будущий застройщик выкупил часть, не часть, а 22, насколько я помню, жилых дома, расселил или, по крайней мере, принял на себя обязательства по расселению тех людей, которые там жили. И в зоне G1, смешанная зона из G1, G4, планировал действительно сделать высотный дом, 10-этажный дом с постройкой вбудованной, прибудованной средней школы. И когда вывели на монитор фотографии с этого места, посмотрели, что действительно на месте предполагаемой школы есть здание. Строят его как жилой дом, но здание 4-этажное. И это вызвало сомнения у многих депутатов, в том числе и председателей профильной комиссии по строительству и архитектуре. И я считаю, что сам главный, исполняющий обязанности главного архитектора города господин Шейденко не совсем уверенно ответил на те вопросы, которые ему задавали депутаты. Это, скорее всего, и послужило тем, что данный вопрос не набрал соответствующих количества голосов для принятия проекта решения. Но я считаю, что если будут подобные вопросы, в них действительно тщательно надо разбираться. Но и, с другой стороны, давать возможность застройщику действительно реализовывать какие-то свои проекты. В этом и заключается, в принципе, часть развития Одессы. Що стосується комунальної власності, вчора було прийнято рішення про розпродаж там 18 об'єктів, так звана мала приватизація. Що це за об'єкти, що це дасть місту, тому що дійсно це от рішення визивало теж деякі питання. А благодаря тому, что сессия продлилась достаточно долго, я уверен, что все депутаты разобрались во всех вопросах. Не является исключением для меня и объекты коммунальной собственности, которые на этой сессии городского совета было принято решение в случае отчуждения этих объектов, точнее продажи этих объектов, осуществлять отчуждение только через аукцион. Это не говорит о том, что все объекты, а общая совокупность их площади составляет более 7000 метров, и есть объекты коммунальной собственности в таких знаковых исторических местах, как на улице Дерибасовской, есть в центре города. Это колишнее управление, так, які переїхали до новой мэрии. Да, такое количество коммунальной собственности связано с тем, что на Косовской 2 новая мэрия, переехали туда управление, отделы, департаменты, и освободилась та коммунальная собственность, которую занимали эти департаменты до этого. Естественно, есть два момента, связанные с этим. Или город продает это и получает в бюджет Одессы денежные суммы, которые действительно сейчас необходимы, и связано это с тем, что очень много пошло на борьбу с коронавирусом. Или город оставляет эти объекты себе, сдавая их в аренду. Сдавая их в аренду предпринимателям, таким образом каждый месяц получая денежную прибыль. Насколько я понял, часть объектов, которые вот проходили на этой сессии, они уже сданы в аренду. Мы просто определяли при возможном отчуждении этих объектов путь отчуждения через аукцион. Я считаю эту позицию абсолютно правильной, хотя в то же время хочу сказать, что есть часть объектов, которые никогда нельзя продавать с города. Это объекты, расположенные по адресу улица Морозлиевская. По сути, это центр парка Шевченко. Какую бы оценку оценщики, все украинские, все признанные, не определили за этот объект продавать нельзя. Хотя, тем не менее, этот объект был в этом списке и тоже в целом приняли по нему решение, что в случае его отчуждения он пойдет через аукцион. Ну, потому что я загроза, насколько я разумею, так, какой-то глобальной забудовы в парку. На базе этого объекта, который будет... Да, конечно, конечно. Если город продаст этот объект в парке Шевченко, то открываются двери для будущего приобретателя этого объекта для строительства. Это недопустимо абсолютно никак, потому что границы парка Шевченко, они установлены, и как раз эти объекты туда не входят. То есть абсолютно на законных основаниях он может там что-то построить, не дай Боже, конечно, но такая ситуация возможна. И мы должны четко понимать, что эти объекты никогда не должны выйти на отчуждение.
Давайте поговоримо безпосередньо про вашу ініціативу, ініціативу вашої фракції Української морської партії Сергія Ківалова, перенесення Конституційного суду до Одеси. Депутати вчора міської ради підтримали звернення до центральних органів влади. Так, що це дасть Одесі, як взагалі з'явилася така ідея? Прозвучала законодательная инициатива, законодательная возможность о переносе Конституционного суда Украины в другой город. Ну, возможно, в Харьков, возможно, в Одессу. Это связано с многими процессами, которые происходят. Не знаю, произойдет ли действительно на законодательном уровне такая возможность, но я считаю, что Одесса, одесситы и Одесский городской совет, как представители одесситов, должны дать понять органам центральной власти, президенту Украины, что мы с радостью воспринимаем инициативу возможности перенесения Конституционного суда Украины в Одессу. Это нормальная позиция, не уверен, произойдет она или нет, но, по крайней мере, в некоторых европейских странах приветствуется вот концентрация основных государственных органов не только в столице, но еще в регионах, землях, по-разному в каждой стране называется. Это идет по разным причинам, возможно, развитие каких-то регионов в других странах. У нас, в принципе, по такому же образу сейчас структура Державного бюро расследований. Вы знаете, что у нас оно находится в Николаеве, Государственное бюро расследований, чья компетенция, такое региональное управление, чья компетенция распространяется на Николаевскую область, Херсонскую область, Одесскую область. Казалось бы, ну, при всем уважении к Николаеву и его жителям, Одесса более такой город, где по идее, можно было бы разместить региональное управление Государственного бюро расследований. Но законодатель пошел по такому уровню, чтобы вот как раз акцентировать внимание не только на центральных городах, но и, в принципе, на других в том числе. Что это даст Одессе и в чем вот будет, власне, наша выгода конкретно? Вы знаете, на сессии городского совета руководитель фракции говорил, ну, во-первых, Одесса может быть признана, если уже не признана юридической столицей Украины. Здесь очень хорошая юридическая школа. И, в принципе, вузы юридические. И, в принципе, для одесситов, я не думаю, что каждый одессит очень часто подает заявления, иски, обращения в Конституционный суд Украины. Я думаю, что 99% как раз этого не делают и не имеют возможности сделать, потому что там существует особый субъектный состав, кто имеет право обращаться в Конституционный суд Украины. И просто гражданину, к сожалению, это недоступно на сегодняшний момент. Но для инфраструктуры города, для развития как юридической столицы Украины, это очень позитивный момент. Тем более хочу сказать, что, ну, наверное, помещение, здание под Конституционный суд будет найдено, это не проблема. При том, что это будут еще и хорошие рабочие места для юристов, для профессиональных юристов. Сняли с языка питання, власне, технічне. Хотів запитати, це ж величезна будівля, це ж потрібно буде або робити повний ремонт, як було з будівлею Краяну, так? Брати там якусь запущену будівлю, там, наприклад, теж давати пріоритетний розвиток якомусь там занедбаному району нашому, так? И там полностью вкладывать кошти, або когось выселяти? Я думаю, я не сравниваю мэрию, новую мэрию с Конституционным судом Украины или другим государственным органом, чья компетенция распространяется по всей территории государства. Я думаю, что в случае возможного размещения таких государственных органов, как Конституционный суд Украины, в принципе, аналогов нету, его невозможно сравнить с каким-либо другим государственным органом, в Одессу нашлись бы возможности и местного финансирования, и областного финансирования, и непосредственно с государственного бюджета. Сама идея, она очень интересная, и она подчеркивает европейский подход Украины к таким моментам.
Знаєте, коли обговорювалося це питання, я згадав Верховну Раду позаминулого скликання, якщо я не помиляюся, де було створено депутатську групу «Одеса» міжфракційну, яку очолював лідер вашої партії, власне, але там були представлені люди різних поглядів, від Гурвіца, там, наприклад, до регіоналів, абсолютно всі і комуністи були, і окрім сепаратиста Ігоря Маркова, всі інші були депутати від Одеси. І тоді сформувалося у Верховній Раді певне таке одеське лобі. Зараз на центральному рівні, навіть на декларативному рівні, вибачте за тавтологію, немає одеського лобі. От наскільки в цих умовах реальне те, щоб Одесу почули? Щоб це не залишилося от на місцеве звернення, звернулося, і добре. А щоб нас почули там, в Києві? К сожалению, вы правы. И здесь бороться за интересы Одессы приходится без народных депутатов, которые были избраны по четырем округам, по четырем районам города Одессы. Я лично не знаком с этими народными депутатами, не лично, и в средствах массовой информации, к сожалению, крайне редко вижу их выступления и тем более лоббирование интересов Одессы. В данном случае мы проголосовали за проект решения, о котором вы сказали, о переносе Конституционного суда в Одессу. Причем проголосовали в конце сессии, после 10-часовой работы. И несмотря на то, что в зале оставалось уже меньшее количество депутатов, чем было в начале, именно этот проект решения набрал необходимое количество голосов для его принятия. И я думаю, что Одесский городской совет, как коллективный орган, донесет информацию, донесет настроение одесситов до судебной системы, до руководства города, до центральных органов власти. И при их желании мы получим хороший результат. Андрію, я вам дякую за цікавий ефір. Приходьте до нас ще. Дякую большое, з радістю. Я нагадаю, що у нас в гостях був Андрій Неугодніков, депутат Одеської міської ради від Української морської партії Сергія Ківалова. Власне, результати сесії Одеської міської ради ми і підбивали. Студію провів Костянтин Гречаний. Залишайтеся з нами.